Это достойное начало подготовки к принятию гостей чемпионата мира по футболу. Идея создания или открытия отеля в группе компании «Столь» рассматривалась 3 года назад. Вообще это феноменально, фантастический результат. За 10 месяцев построить такой большой объект и такого очень высокого качества. Мы изучали опыт работ их нескольких международных цепей гостиничных. Это и Аккора, и Интерконтиненталя, и Хилтона. И одна из цепей, которая является мировым лидером, это оказалось компания «Хилтон», которая имеет историю более 90 лет и 4000 отелей в мире. Проведя маркетинговые исследования, мы поняли, что основной наш покупатель или потребитель – это бизнес-туристы, туристы, которые прибывают в город-герой Волгоград. И тогда мы выбрали именно бренд «Хэмптон», который является как эконом-бизнесом, но обладает высокими качествами по приему гостей. Этот бренд соответствует категории 3 звезд по российской системе классификации. Это лучший отель на сегодняшний день в городе. Чем еще нам понравился бренд «Хэмптон бай Хилтон»? Это тем, что там основным требованием является это 100% качество. Поэтому, обучив персонал и построив этот отель, мы поняли, что, оказывая услуги высокого качества и подтверждая каждый день 100% качества, мы гарантируем, мы добьемся качественного обслуживания гостей. И наши гости, иностранные или другие, приезжая в Волгоград, будут выбирать тот отель, который будет оказывать вот это большое количество услуг за невысокую цену. Я бы хотел поблагодарить
всем, кто принимал участие в той огромной работе, которая была сделана, в первую очередь администрацию области, областную думу. Я знаю, они приняли огромное участие в том, чтобы поддержать этот проект. Всех строителей, которые приложили огромные усилия, чтобы сделать это хорошо. И семью Зверева, конечно, Виктор Сергеевич в первую очередь. Всех поздравляю, всех благодарю. Я всем желаю всего самого доброго и приглашаю в гости посмотреть этот отель и приглашать в него своих гостей. Спасибо. Hampton by Hilton – это новый гостиничный продукт для нашего региона, совсем незнакомый покупателю. Я думаю, что покупатель и наши клиенты, они будут приятно удивлены особенностями нашего бренда. Мы предлагаем для каждого клиента уникальный отель из 157 гостиничных номеров, в каждом из которых клиентам гарантирована фирменная, свежая и удобная кровать от Hampton, которая гарантирует, что вы сможете восстановиться в номере достаточно 4 часов. Каждому гостю предлагается бесплатный фирменный завтрак от Hampton ежедневно. Размещаясь в нашем отеле, каждый клиент может бесплатно посетить 24 часа 7 дней в неделю фитнес-зал, поставить автомобиль на парковку, это 83 места, открытые охраняемые парковки. Каждый гость может, свободно перемещаясь в зоне лобби, посетить библиотеку, где спокойно провести либо встречу с родственниками, со знакомыми, с друзьями, проживающими здесь в городе. Может провести небольшое совещание с партнерами, с коллегами. Может посмотреть электронную почту в нашем бизнес-центре. Может воспользоваться услугой PrinterOn, это безопасная удаленная печать. Кроме того, в нашем отеле предоставляется уникальная возможность для клиентов воспользоваться целым комплексом услуг, кроме размещения, организовать мероприятие в уникальном для города и региона. И единичным, наверное, пока для России, это наш зал «Волга-холл», где для клиентов предоставляется возможность организовать любого плана мероприятия в 350 квадратных метров мобильного пространства, моделируемого пространства с профессиональным сопровождением звука, светорежиссуры. Зал оборудован всеми типами систем микрофонного обеспечения, начиная от микрофонов ручных, беспроводных систем, петличных, ручных и заканчивая конгресс-системой для проведения конференций, конгрессов любого масштаба. Вам вручаю свидетельство о присвоении категории 3 звезды, хотя на самом деле это даже и повыше в этом отеле. Друзья, аплодисмент! Для гостиницы Hampton by Hilton. Звонок. Работает. Это первый подарок. Работает. От Российской гостиничной ассоциации, конечно, работает. По результатам инспекции рада сейчас сообщить, что отель Hampton by Hilton Волгоград присуждается категория бизнес-конференц-отель. Я с радостью вручаю аттестат Виктору Сергеевичу Звереву. Друзья, тоже аплодисменты!
поздравим всех, кто принял участие в этом прекрасном проекте, и поблагодарим их за такой хороший подарок, который они сделали всем нам и всем гостям, которые приезжают в Волгоград. Когда-то слово «Хилтон» вызывало ассоциацию со сказкой, потому что мы видели отели «Хилтон» только в кино и читали в книгах. А вот сегодня мы уже дожили до такой ситуации, что сказка пришла к нам в нашу жизнь, потому что отель «Хилтон» — это что-то из разряда фантастики. Желаю всему коллективу группы компании «Столи», лично Виктору Сергеевичу Звереву, еще таких проектов больше. Они украшают наш город. И мне, когда гости задают вопрос, а куда можно пойти, я с огромным удовольствием рекомендую заведение группы компании «Столи» и с огромным удовольствием буду рекомендовать «Hampton by Hilton». Спасибо. Удачи. Мы 1930-й отель в мире, 6-й отель Хилтона вообще в России и вообще-то 2-й Хэмптон в Российской Федерации. Поэтому милости просим и всегда рады видеть вас в нашем отеле международного уровня. Спасибо.